В Балаговском соединении РВСН прошла торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного полка, перевооруженного на комплекс «Ярс». Он приходит на смену «Тополю». Предварительно в соединении были проведены подготовительные работы, создана соответствующая инфраструктура, личный состав прошел переобучение. Напомню, что максимальная дальность «Ярса» составляет 12 тысяч километров. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, с перевооружением последнего полка Балаговского ракетного соединения с ПГРК «Тополь» на РС-24 «Ярс» завершено все переоснащение мобильной группировки РВСН.